Причем... Сквозь машину? Да. Ну, потому что она только... А я для... ушатался в нее два раза. Она только для тебя просто есть. А моя у тебя полупрозрачная там должна была быть. Ну да. Так, вот тут вроде бы как с виду будет дорога. С виду. Слушай, я вообще ничего не вижу, если честно. Ну, я еду с фарами, и я повис на дереве. Я заметил. Что, давай, лебедочка? Да, я сейчас вперед куда-нибудь попробую. Да можешь меня, я чуть-то тебя назад потащу. Что за фигня там с тобой творится? Так. Давай, КамАЗ. Черт возьми, это КамАЗ или нет? Давай я тебя назад тащу. Да не, назад я сам. В дерево уперся, не? Нет. Ну, наконец-то. Прокатал. Такое маленькое дерево, да, и... А тут... вот это я ушатался. Там не дерево, там камень. Камень? Я его даже не видел. Я ушатался, реально, нифига, повреждения есть, да? Ну, КамАЗ хрупкий. Не, у меня повреждения на... Такое, типа, я разбил КамАЗ. Ох, черт, а куда мы поехали? Слушай, посмотри на карту. Я за тобой ехал. Давай разворачиваться. Вот здесь, в принципе, можно направо уйти, смотри. Посмотри направо. Ты думаешь, туда можно уйти? Ну, там лес... Нет. По карте там лес непроходимый. Там где-то раньше был проезд. Ладно, придется, сейчас я буду разворачиваться. Давай назад. У тебя... Тоже ведь повреждения есть на машине, да? Когда ты врежаешься, у тебя такой трескается этот. Ну да, но у меня повреждение сейчас всего лишь один балл. У меня 99. Так, я нихрена не вижу. Ого, подожди, я куда-то в дом заехал. Что-то... А, я не вижу, что ты встал. Передо мной дом там какой-то. Я что-то недоповернул. Точнее, наоборот, слишком сильно повернул. Блин, вид из кабины будет чудесен. Урон 124 за елочку, охренеть. 124? Да. Жесть. Вот сюда, что ли? Да, сюда. Да ну, ё-моё, я тоже подушатался чуть-чуть. Да смотри, лучше его более целый держи, потому что очень будет много тратиться у нас. У тебя сколько сейчас? Урон 134. 127. Ни хрена я там наехал, чуть не перевернулся. Оу, я с разгончиком, а ты что-то остановился так резко. Мне с разгончиком надо туда заехать. Так, ну я встал. Сейчас поможем. Блин. Если смогу. Да мне походу не за что цепляться. Сейчас поезжи. А я тебя и толкнуть не могу. А ну толкай. Да я не могу сам. Ну я почти ползу. Во, давай. Я Блин. Сам заехать даже не могу. Слушай, ну я вижу, что подо мной камень. Да подо мной тоже камень. Я там прокопал уже рытвину, не знаю, с полметра длиной. Но мне видно, что по миллиметрам ползет. Сейчас. Но мне бы хотя бы какое-нибудь дерево ближайшее. Я не могу рядом с тобой, я рытвины делаю. Черт, слушай, мне нужна твоя помощь. Подожди, стой, не уезжай. Сейчас тащить меня будешь. Сейчас, тут надо хотя бы деревья пробить. Ну. Принимай. Принял. Тянет, нет? Давай. Я вот ни хрена не вижу, я куда-то еду через деревья. Да я за тобой еду. Один урон за какую-то веточку, да я ее ногой сломаю. Слушай, мы там уже должны в воду чисто теоретически выйти. Ну как бы да. Так, ну что? Поплаваем. Я еще не подъехал. О, черт, вот это я на камень напоролся. Так, ручник. Смотрю карту. Че, правда глубоко, да? Течение сильное, глубоко, в общем, да, жесть. Да, течение нас не сдвинет, я подозреваю. Я подозреваю об обратном. Так, я поеду вот сюда. Я поеду туда, по центру этого островка. По крайней мере. Я с тобой пойду прям. Колея в колею. Че, пойдем? Ну, я поехал. Так, ну че, да не глубоко.
Но если ты пойдешь точно этот, ну, не так наискось, а поперек, ты точно утонешь, это 100%. Ну и причем. Че ты остановился-то? Я не остановился, я еду, газ в пол. Как бы течение. Стоп, мы встали с тобой, ничего так? Я вроде бы ползу потихоньку или нет? Нет, мы встали. Че, серьезно что ли? Да. Это меня течением что ли несет так? Да, мы не можем сдвинуться. Охереть. Так, подожди. Вообще по чуть-чуть едем, но почти не едем. Я пытаюсь влево обратно к берегу. У меня светится опасный уровень воды, но пытаюсь к берегу выехать, чтобы хоть как-то зацепиться за дорогу. Я дрифтом иду. Я боком, не толкай меня. Я тебя толкаю? Да. Я в дрифте иду, в повороты. Да у меня что-то ты как-то это... У меня вообще нормально идет. Ага, нормально. Блин, ох, жесть, водичка, да? То есть ты говоришь, что это легко, да? А? То есть ты говоришь, что это легко? Блин, да, мы с тобой, конечно, это... Так, слушай, до дерева у меня дотянется, нет? Или да я все, выезжаю? Я почти выехал. Не, до дерева я не дотянусь. А ты под течение встань, слышишь? И все. Вот, смотри, просто под течение и выезжай. То есть ты предлагаешь переехать ее по течению проехать? А чё, почему нет? Можно попробовать. Какая разница? Тогда нужно проехать туда, наверное, дальше. Я не знаю просто, где глубоко, а где нет. Я тоже. Так, а ну, я могу влево от тебя? Я тебя пустил. Не, сейчас мы с тобой не разменемся тут. Давай, давай, я тебя отпускаю. Ты куда хочешь? Я еще немножко выше по реке заехать и потом по течению съехать на ту сторону, ну, на островок центральный. Тут очень глубоко. Тут, короче, какая-то яма, знаешь, такая, я не знаю, как лежачий полицейский. Слушай, мне кажется, если пересекать, то здесь именно. Что может как можно как можно большим углом это делать. Подожди, подожди. Гоу, гоу, гоу. Поехали. Ого. Ого. Чё, ты видишь жопа, меня, нет? Да? Я просто плыву. Сука. Ты за мной, да? Да. Может, нам надо этим собачкой такой, типа, этот, лебедку зацепили и да друг за другом. Мы едем, мы переехали. Ну, нам еще переехать столько же. А, да? У меня 188 урона. У меня 82, я отремонтировался разок. А как отремонтироваться? А, жмешь функции, там сверхремонтные части, жмешь на них и на себя же. Так, ремонтные части. Просто лучше отремонтируйся полностью, у тебя они не потратятся прям все, они у тебя потратятся столько, сколько надо. Это да, ну что, поехали? Так, подожди. Стоп, нам сейчас больше пересечь? Блин, нам сейчас больше пересечь. Да. Я сейчас, наверное, точно так же сделаю, я, наверное, проеду выше. Ну хотя здесь, мне кажется, что более спокойная река. Тебе так не кажется? А в центре она все равно херачит жестко. Слушай, мы зря, надо было нам не сюда, ну ладно. Да я еду. Давай угол, 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 нас сейчас сносит. Да, не-не-не, не сносит, не сносит. Давай за мной, не сносит вообще. Тут меньше течения. Да уж. И рассвет. Мы тут ползем с тобой. Тут что-то вообще легко. Ну здесь да, но там, конечно, жесть была. Смотри, так еду я. Фух, я надеюсь, тут гараж будет с этой стороны какой-нибудь или нет. Ой, слушай, подожди, я что-то встал. И меня начало водой сносить, алло. Сейчас. Выбирай лебедку. Сейчас. Я забыл, как его выбирать. Я могу сам предложить. Давай. Предлагаю. Давай, 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 давай. Сейчас. Функции. Оп. Так, вперед, вперед, вперед. Вот так все. Отцепишь? Я уже отцепил. А. КамАЗ такой оранжевый на рассвете. Так, давай остановимся, посмотрим, где тут. Ого, у меня цвет карты даже изменился. Посмотри, как цвет карты меняется. Сейчас. В смысле, зелененький. Ну такая, она зеленоватая стала. Более зеленая, да? Да. Так, слушай, ну тут разведывать и разведывать. Ну давай сейчас поедем вот сюда, да. Я не знаю, куда-то поставил, которая там приблизительно прямо. Правда, бензика у нас не особо много. Да, половина еще есть. Нормально. Так, дорога вижу слева.
А да, нам и тут неплохо, по-моему, идется. Конечно, хочется уже нормальные грузовички, да? Ну, конечно. Хотя у нас тут уже неплохие. Тут фонари какие-то. Асфальт. Нафига себе, какая роскошь. Кстати, учитывая, как мы проехали, в принципе, если тут есть гараж, то мы ремонтные части, в принципе, могли привезти, да? Ну, я хочу сейчас по асфальту прокатиться, может, тут что-то рядом будет. Просто хотя бы дорогу вот промотать. Вот это ты вообще опасно тормозишь. Я карту включил. Я даже не тормозил. Да уж. От меня так грязь сзади отваливается. Еще проблема в том, что... Её, кстати, носит по дороге, если вправо-лево руль подергать. Ну, о, городок. Опа. Тут живет? По-любому здесь должно что-то стоять. Не? Ну, я думаю, да. Так, заправка. О, замечательно. Заправка, это, кстати, нужно. Да, согласен. То бенза у нас уже половина осталась. Мы с тобой, кто быстрее на заправку. Я тебя даже не видел. Давай с разных сторон. Так я даже не видел, что ты справа подлез. Так, ну, что? Все, залито. Так, там рядом лесоповал. Где-то должна быть точно машина. Ладно, вот тут смотри, возле лесоповала рядом точка. Не сказал бы, что рядом. Я думаю, через лес надо. Поехали. Подожди, а куда она? А, подожди, так она в другую сторону. Лучше по асфальту поехать. Что-то я посмотрел, я думал, что через лес лучше, но... Так, на асфальт выходим обратно, да? Да. Ну, я да. Так. Ты, конечно, не знаю, насколько отчаянный, но я лучше пойду по асфальту. Да ладно, будем уже вместе, а то я там день сяду и потом буду полчаса тебя ждать. Так, что, поехали? По идее, дорога будет... Я думаю, что дорога будет прямо до лесоповала, мне почему-то так кажется. Резко руль влево-вправо пошараешь, его так начинает носить, капец. О, точка. О. Вижу. Господи. Что, снова резко? Я в тебя так вмазываюсь, но мне, слава богу, этот не пропадает. Так, тут такая лужа подозрительная, мелкая. Нормально. Меня почему-то пугают эти мелкие лужи. Что, глубокая, не? Не, мелкая. Так, ну открывай это, а то они не будут суваться. Не, так, сейчас. Так. Что мы имеем? О, машина и гараж. Что, в гараж поедем? Поедем в гараж, откроем машину. Я не знаю, что там, МАЗ какой-то. Мы поедем сейчас туда, откроем машину. Из гаража, наверное. Давай задом выезжай. Задом? А, подожди, не, передом подожди, можно. Наоборот, ладно, туда, поехали передом. Я что-то думал, что я передом не проеду. Хотя, знаешь, нормально, наверное... в принципе. Ну тут между деревьями как-то так. Представь, если тут спят люди, нет, тут такие два... В 6 часов утра там такие два идиоты на КамАЗах. По двору, по-твоему, они да? Офигеют, да? Разрыли там все. Перерыли, да. Короче, нам нужно будет с тех гаражей взять ремонтные части и через реку провести в этот гараж, чтобы его открыть. О, это будет жесть, да? Это да, но сейчас мы посмотрим, стоп, что может, там... Может, сначала-то нормальный транспорт откроем, как ты думаешь? Так я же говорю, сейчас мы поедем туда, там какой-то МАЗ стоит, по идее, здоровый МАЗ, а МАЗу должно быть по барабану на ту воду. Ого, я налетел! Слушай, я на какой-то булыжник сейчас налетел, у меня урона 380 получилось. Дофига себе. Вот ты на скорости, наверное, потом... Че, опять что ли на эти... Так, кстати, машину не ремонтируй. А? Чтобы просто там, если будет МАЗ, очень большая вероятность того, что он будет... Блин, мы мимо проехали. Как мы мимо проехали вообще? Ты видишь по карте, куда мы заехали? Мы просто в ту сторону поехали. Так мы уехали хрен знает куда уже. Да ладно, тут карта на самом деле очень короткая. У меня КамАЗ весь побитый. Просто если там МАЗ будет, он возможно будет побитый, поломанный, и придется его просто ремонтировать. А че это так? Хрен его знает. О, я ударил, приколись, каймушек один колесом на 150. Ни хрена себе. Че, опять ночь что ли? Нет, день. Смотри, темнеет. Может, ты фары включил? Не, ну, как это, лампы включились. КРАЗ. Нормальный? Блин, я читал МАЗ почему-то читал. Ну, КРАЗ, по крайней мере, он лучше будет, чем КамАЗ. Это ж КРАЗ или Урал? Не, КРАЗ, наверное. Я не разбираюсь в этих тачках. Я бы тут на какой-нибудь зонде
На зонде. Так, ну что, его тут бросаем тогда? Сейчас я пересяду на этот же кразик, я посмотрю, что у него вообще состоянием. Как пересесть? Пересесть. Так, ну он, в принципе, он целый весь. Урона 0. Так, тогда... как на него пересесть? А, слушай, так на нем можно сразу переместиться в гараж, да и все. Да. Так, тогда гараж. Как нам в гараж? Оп. Так, да. И как гараж нам Какой, в какой гараж? А? А, так, тот, который снизу, давай. Наверное. Так, да ты чё? Ой, зачем я шоссейный это взял? Или, слушай, а может там, где мы уже проезжали? Или хотя мы тут по пути, в принципе, можем что-то разведать, да? Ну, я уже переместился. Ну, окей. Я только не знаю, тележка-фургон, наверное, с собой возьму все-таки. Да давай берем все, что надо нам. Хотя тележка-фургон, что там вообще в тележке? А, подожди, тележка-фургон будет гаражные части, а ремонтные части я возьму с собой. Мало ли. Да, мне кажется, этот не будет особо биться. Но тележка-фургон это обычно вот гаражные части, вроде бы как. Так, ты где? Я в гараже. Ты что, не в том, в котором я? Не, мы в том, по идее. Ну, я в первом. А, ты проскал в нижний, ну и пошел в нижний. Так, стоп, а резина, что там с резиной? У меня нормальная резина стоит или хреновая? Не, нормальная. Так, что мне брать, слышь? Я себе взял ремонтные части, взял тележка-фургон. Тележка-фургон. Давай ты, наверное, едь просто с гаражными частями и все, мало ли. Ремонтные или гаражные? Гаражные. Нам гаражные нужно, чтобы гараж открыть. Подожди, тогда. А нафиг, там все равно вдвоем, все равно два раза там. Может вместе-то возьмем два? Нет, так у меня есть, у меня просто запчасти с собой, просто прицеп, с прицепом, возможно, будет сложнее. Да ладно, давай я тоже возьму, что париться-то. Набери тогда вместе. Ремонт и прицеп, фургон. Подожди, ты отъедь. Так, я беру, значит, что я беру? Тележка? Ремонтные части и тележка-фургон. Ну, вот тележка-фургон, насколько я знаю, она с гаражными частями. Так, ну, по крайней мере, будем надеяться на это, да? Да. Так, ну, сейчас, наверное, поеду в сторону заправки, мы как раз там подзальемся чуть-чуть. А так у меня полный. А все равно нам по пути. Мы как раз и откроем заправку-то. И хорошо. Там, может, куда-то ну, еще. Ну, ему уже вообще все по барабану, да? Ну, он точно лучше КамАЗа. Я еду ему вообще. И ломаться будет меньше. Вот, стой, смотри, встал я. Это в основном из-за фургона сзади, ой, ну, тележки. А ты дифференциал и полный привод включил? Да, все включил. Да я в воду, он сел нафиг по брюху. Ни хрена слушай, себе. Ты далеко не уезжай. Ты ведь задним ходом потом не сможешь ехать. Ну да, потому что тут тележка не совсем правильная. Так. А что туда полез? Да я думаю, ему вообще по барабану. А тут оказалось глубже, чем я думаю. Ну ты выйдешь. Ну, без понятия, я сейчас вот тут где-нибудь стану и все. Да, бери правее, правее пытайся. То влево я вижу, ты там наклоняешься и наклоняешься. Так, ну все, ну, можно уже не ждать. Вроде да. Там как раз две точки, возможно, мы их откроем по пути. Все равно я весь все дно перерыл. Ну он, конечно, медленнее КамАЗа, КамАЗ быстрее, но зато на этом безопаснее ехать. Блин, все из этой тележки. Она, видать, реально очень какая-то тяжелая, или хрен знает, что с ней. Ну, хрен его знает. Вот я тоже думаю. А спереди снова лужи, поэтому... Ну нафиг, я эти лужи теперь боюсь. Кстати, лужи вроде бы такие же, как с левой стороны, ой, с правой стороны, помнишь, мы катались? Да я еще не видел эти лужи. А тут то же самое, только слева. Стоп, а слева тут разве ничего не будет? Я не знаю. Ого. Ты там сигналишь еще. Ты идеально слышишь, да, как я их сигналю? Ну, отголоски такие были там где-то вдалеке. Только себе бибикни. Как? H. Ой, G. Да, так. Я лучше тут проползу потихонечку. Просто ремонтное почему я взял, чтобы через реку как-то, ну знаешь, мало ли. Да что ладно, произойдет. Ничего не будет, на том пролезли, на этом тоже бы пролезли. Ну там удачно пролезли. Я помню, я вот с этой стороны, с которой мы сейчас едем, я пытался через реку пролезть. Я утопил там все в реке в той. Да? Да. То есть мы сейчас поедем с трудной стороны? Ну, по идее, да.
Ну ладно, чего. Слушай, ни хрена себе тут говнище. Я еду по твоим следам, я уж боюсь по другим ехать. Зря они не синхронизировали эти грязь с тобой. Но было бы тогда еще сложнее. Ну, было бы зато прикольно. Блин, капец, тут лужа, да? Да лужа жесткая такая. Потому что я вижу, у меня все гребут колеса. То же самое, ну кроме этого, сзади прицеп. То, наверное, потому что прицеп с шоссейной резиной. Да не, все из-за прицепа, ясен хрен. Мы бы нормально ехали. Главное по камням не кататься, потому что камни тут, конечно, сраные. На них они можно легко застрять. Они под тобой застревают, и ты такой, Ну да. Куда дальше? Так, ну давай. Знаешь, иногда колеса, они как-то крутятся, знаешь, не одномерно, а как-то дергаются, посмотри. Ну, наверное, дифференциал хреновый уже. Не, ну серьезно, видишь? Ага. Как-то дергается. Наверное, типа цепляется за грунт там как-то. Я, они бы так не смогли дергаться в реальной жизни. Мне кажется, это что-то не синхронизировано как-то что-то. Заправка. А? Заправка. Чего ж, приехали? Да. Так, сейчас я на точку себе еще ставлю тут. Заправка зальют, не зальют? Не, на КамАЗе мы бы не смогли тащить эту штуку. Так, залили. Стоп, сейчас я минутку тут потуплю. Давай. Я просто по карте хочу посмотреть, как нам там разведать. Без прицепа или с прицепом. Как туда вообще залезть? Там лес просто непроходимый. Так, мне зальют тут? Зальют. Или может все-таки гараж открыть, а потом разведаем, да? Да, от греха подальше. Ну, все с прицепом. Я за тобой держусь и держусь. Слушай, я сел. Там. Че, не можешь? Тут такая жесткая яма. Подожди, сейчас я лебедкой попробую вперед. Ты не дотянешься, наверное. Ну это жесть. Охренеть, че, слушай. Да вообще, не лезь туда, в лужу в ту. Не, ну ты можешь, конечно, попробовать, но я туда не полезу. Не, я вот тут, я нормально. Что-то мне хоть. А, я, кстати, помню, мы серию снимали, мы в этой луже утопили три УАЗика. Или ну, два УАЗика. УАЗик можно утопить, да? УАЗик там ЗИЛ один туда он, пустили. По-моему, УАЗик хорошо проходит, нет разве? Ну, он на пузо садится, я думаю. Ладно, давай мы отвезем эти части. Гараж откроется, потом мы без всякой сцепки откроем карту, да? Да, в принципе, можно. Потому что так будет сложновато нам. С этими прицепами. Ну, потому что по лесу, в принципе. Хотя, смотри, тут дорожка такая. А, нет, не катит. Ну ладно, потом. Просто сам ты это пролезешь, а прицеп, возможно, где-то зацепится, как всегда, за дерево, и все на этом закончится. Ну, в принципе, можно попробовать, да ладно. Так. А он, видишь, идет за тобой по колесам, как сказать. Последовательно. Нифига, не, просто у меня с прицепом. Прицеп в какую-то лужу влез. Я просто с прицепом как-то катался по этим. По лесам, и как-то, ну, не особо с ним ездить. О, я через все дерьмище. Слышь, подожди. Че там? А, все. Нет, нормально все у тебя. Ты не видел, как я залез? Не. Это вообще было капец. Глубоко капец. Ого. Че-то, блин, так машина проваливаться начала тут. Вот эта лужа едь прям посередине, она не глубокая. Я ее помню. Я помню эту лужу, да? Ну, да, я помню, потому что она такая вроде грозная, да? На самом деле, нифига. Ну, знаешь, ну, сейчас гребет очень сильно, и еду так медленно как-то. Сложновато. Это в основном из-за прицепа. Ну, да. Ну, и плюс то, что КРАЗ не быстрый. КамАЗ-то да. Быстрее. Так, тут булыжники спереди, передо мной, я сейчас буду ехать по ним. Ну, камни, я думаю, что иногда, по идее, тоже спасают, да, когда, типа, сцепление с дорогой лучше. Я ну, не знаю, лучше сюда, да, наверное, вообще лучше. Должен спасать, но не знаю, спасает ли. Я лучше тут поеду, я по дороге не хочу. Да уж. Кстати, это, ребят, мы записываем все подряд, все серии, так что если мы там что-то не отреагировали на комментарии, уж простите. Это да. И не забывайте, что ссылка на Жеку в описании под роликом. У тебя то же самое под моим. Так, я вижу воду.
Воду? Да, я тоже вижу воду. Но у меня больше проблемы. Я сел просто, не знаю, до задницы. Я там точно так же ехал. Давай. Не, прямо колеса поставь. А я не вижу, как они. Слышь, я сел, подожди. Нет, ты не сел еще. Я еле еду вообще сейчас в любой момент. Бах, и все, нет, Женя. Ты посмотри. Я смотрю. Это ведь капец. Слушай, я не подъеду с этим прицепом, потому что он быстрее перевернется. Все, я встал. Встал? Ага. Но главное не перевернуть прицеп. Да подожди, стой, может дотянуть, подожди. Ты за лежачее дерево можешь тянуться, если что. Ай, почти, чуть-чуть не хватило. Сейчас я попробую. Блин, это сцепка дурацкая, понял? Да-да-да, давай, попробуй чуть-чуть. Вот, ну-ка, давай, заедь вот так. Чуть-чуть еще чуть-чуть. Вот, все, взял. Взял? Отлично. Так, подожди, дай я вперед чуть проеду, а то ты ему прицеп там перевернешь. Все,